Всем привет из Алании, 10 июня, понедельник, мы в районе Азия, Бич Хотел и Катя Хотел. Погода жаркая, сейчас посмотрим, что-то на пляжах. За 30 по-любому на солнце сегодня. Время около 4 часов, людей на пляжах много. Вот ваши пляжи, собственно, пирсик. Вот так выглядят пляжи этих отелей. Вход есть комфортное море прорубанный. Также есть пирс, с которого можно купаться. И еще один. В общем, тут хватает удобного входа в море. Эти отели не зря. Они, ну, поскольку они крутые все-таки отели, как бы они, конечно же, позаботились, чтобы людям удобно было купаться на их территории. Всем хорошего отдыха в Алании, тем, кто собирается в Аланию, также хорошего отдыха, друзья. Спасибо за внимание, увидимся, пока.